Друзья, всем привет! Всем добрый день! Так, сколько у нас здесь градусов сегодня? 19 градусов. Но погода у нас, девочки и мальчики, меняется. Видите, небо какое. Чуть-чуть моросит дождик. Но к вечеру уже передают. Такой хороший, пишут, дождик. Что тут мои утки? Мы только приехали. Налила им воды, они ее уже выплюхали. Только приехали, ездили на другой участок копать картошку. Ну, час, наверное, мы покопали. У нас кончились мешки, надо мешки докупать. 20 ведер накопали, картошка крупная. Сюда привезли, вот это на крыльцо поставили это. Ее можно в подпол, можно не сушить. Там она намного суше, как у нас дома. Вот. И там часть у сына оставили. А эту будем спускать. Ой, там такая картошка. Крупнючая. Ну, в этом году урожай вообще славный. На картошку. Вот вся такая ровненькая. Есть вообще, выкопаешь, как бульба прямо есть. Такая здоровенная картошка. Ну-ка. Ну вот она вся вот такая вот. Это еще средняя. Есть вообще огромная. Вот огромная есть картошка. Это будем спускать в подпол. Сушить не будем ее. Поставили, что ночью прям дождь хороший нарисовали. 6 капель будет. Да хоть бы не было его. Столько работы. Столько работы. В огороде работы. Сегодня я и фасоль не вынесла. Ну, ее можно уже ссыпать. Она просохла. Сеянку хотела вынести. Не вынесла ее. Вчера она у меня на улице лежала. Сегодня она в гараже там. В кладовке. Не стала выносить. Сейчас у нас планы, если дождь не разойдется. В нашем лесу шиповник есть. Хотела шиповника порвать на чай. Или за облепихой съездить. Куда-то из двух одно. Куда-то. Куда-то надо податься. Вот к дыне подошла она, пожалуйста. Она сгнила. Видите, что? Это уткам пойдет. А это, ну-ка. Эту надо сорвать. Помыть ее. Порезать, посмотреть, что за дыня. Я сегодня так захотела огурца свежего. Сорвала огурец. Правда, я его почистила. И с удовольствием съела. Надо смотреть. Там, наверное, уже и огурцы наросли. А все никогда. Дынька хорошая. Это со вчерашней еще скибочка осталась. А это сегодняшняя, я уже две съела. Вкусная, сладенькая. Ну что, друзья, куда я вас привезла? Сейчас буду показывать. Ой, тут все. Ой, здесь кто-то и картошку даже выбросили. Интересно. Приехали мы на облепиху. Здесь вот такая вот природа. Видно вам, нет, лес кругом. Распогодилась. Ничего вроде погода хорошая. Ну, облепиха есть, но здесь уже такие тропы. Люди, видно, уже резали. Ветки валяются. Это дикая облепиха здесь растет. Сейчас будем смотреть, собирать. Ну, вот такие посадки здесь. Такие. Сейчас хоть бы здесь не упасть. И не пропасть. Вот такие вот тут. Ну, в этом году я скажу, что ее очень-очень мало. Те года мы сюда приезжали, здесь было навалом. Вот все были эти кустарники, были все усыпаны облепихой. А сейчас даже тут веточки не это. Вов, тут даже не полные ветки.
по чуть-чуть. Как ее резать-то? Мы это ее не рвем по одной, а ее как бы срезают веточками. Ну, сейчас будем ходить искать. Может быть, здесь найдется. Ну-ка, она хоть вкусная, нет? Спелая, не спелая? Спелая, крупная. Спелая, ребята, вкусная. Нисколько не кислая. В руках давится. Ну что, будем искать, будем собирать. Потом покажем, что мы тут нарезали. Смотрите, ветка обломанная, да? А здесь вот столько облепихи на ней. Мы ее заберем. Что она будет пропадать? Какая вкусная. Вот так вот. Секатор я не нашла. Ну, ё-моё. Какая она сочная. Вот такими штучками я обрезаю. Куда секатор подевала, не знаю. Вова, так без этих, без веточек. А у меня с веточками получается. Ой, зимой такая вкуснятина. Достанешь. Я потом покажу, как я ее ягодки оббираю. Это ж она же у нас не так будет. Это ж я ягодки отберу, и веточек этих не будет. Глянь, что, обломали? Ой, тихо, мать. Ой. Нехорошее слово сказала. Вон она какая кудрявая. Оп. А мы всегда почему-то приезжали в том году. В том году, наверное, в конце сентября. А позапрошлом году в октябре. Ну, те года ее было здесь столько много. В этом году почему-то, наверное, может быть, с весны, что была засуха. Ее мало уродилось. А, красота. Красота среди бегущих. Первых нет и отстающих. Вот еще какое-то дерево. Сейчас посмотрим. Если сильно много на веточке, то я собираю. А если редкая веточка, то я не рву. Вон нижние надо посмотреть. Вот сколько я уже набрала. Вот. Початочками. Видите, вот так вот. Как кукурузка. Немножко мне осталось забрать. Сейчас, наверное, вот здесь вот на вкус попробую. Какая она вкусная, нет? Она такая, как сказать, мне кажется, от нее пьянеешь. Она не кислая, но какая-то винная, что ли. Как будто бы. Поедем точно пьяные. Смотрите. Ну, вот эту, наверное, я буду обрезать миленькую. Ну вот, друзья, кое-как мы выбрались с этих кушаров. Там вообще кочка на кочке. Дороги нет. Какие-то ямы. Тут говорят эти косули, да, или что тут тоже же водятся. Вот набрали мы, вот. Два ведерка нарезали. Это Вова нарезал. Это я. У меня маленько погрязнее. Ну вот. Домой приедем. Я буду ее определять в морозилку. Ой, что-то наелись этой облепихи. И стоим пьяные. Ой, это еще гаишники остановят, скажут. Ну-ка, давай это проверить. На спиртное или на что.
Что-то она прям такая пьянющая. Все, сейчас поедем домой. Надо руки хоть помыть. Вода есть у нас? Нету. Руки липкие, помыть руки. Ну, так вот, в том месте была полоса. Сейчас что-то я не вижу. В том году была полоса. Что там посеяно? Нет, что-то желтое. Ну, недалеко от деревни у нас вот эта посадка. Ну, по трассе, по асфальту. Что, завернули? До Купина даже не доехали. Свернули в эти посадки. Все. Все, поедем домой. Помчимся. Ну что, друзья, приехали мы домой. Вот, я высыпала в таз. Посмотрите, что. Полный таз у меня получился. Теперь ее надо определить в морозилку. Чтобы она подмерзла. Она долго замерзает в морозилке. Она кислая. И дня 4-5 лежит, не замерзает. Представляете? Только потом она замерзает. Я ее вот так вот в мешочек беру. Ну, фасую по мешочкам. Что-то в глаз попало мне. Я так устала сегодня. Еще мы понеслись из-за этой облепихой. Господи. Вот так вот беру такими початочками. Складываю по мешочкам. Таким тоненьким слоем. Видите, как кукуруза. Вот, сейчас. А потом сейчас покажу, как. Вот она замерзнет у меня, да? Полежит, замерзнет. Я потом достаю вот такую початочку. И вилочкой. Раз-раз-раз-раз вилкой с обратной стороны. Не вот так вот, а с обратной стороны. И она хорошо обдирается. Я ее опять в пакетик, уже без вот этих палочек она получается. И все. И замораживаю. Где какая веточка, я убираю. У меня есть такое сито. Ну, такое уличное. С такими большими дырочками. И я туда, когда вот этой вилкой шелушу, я в это сито сразу. Мусор весь опадывает в эти дырочки, а облепиха остается. Вот сейчас вот так вот раскладу в морозилочку. Ну а завтра хотим шиповника набрать. Это уже в нашем лесу, вот здесь вот, перейдем через дорогу. И в нашем лесу никуда не надо ехать. Все на месте. В общем, сегодня такой какой-то день у нас плодотворное. Время уже около 5. Вот. И мы целый день на ногах. Ладно, хоть место есть. Морозилки нету, а холодильник освобождала. И два ящичка освободила. Я сейчас туда складу. Ну все, мои хорошие, я с вами прощаюсь. До завтра. Сейчас я ее определю. И все, и буду отдыхать. Больше ничего сегодня делать не буду. Всем желаю крепкого здоровья. Всем хороших вкусных заготовок. Всем пока-пока.